успешный бизнес вырастает, как правило, из любимого увлечения. Или, как в случае с Татьяной Ковынёвой, из серьезного увлечения высоким спортом, которому она посвятила большую часть жизни. Мастер спорта СССР по художественной гимнастике, профессиональный тренер, она соединила воедино спорт, красоту и творчество, создав один из ведущих российских брендов спортивной одежды – компанию «Артблеск». Первые эксперименты с телесной сеткой, вот эти купальники. Вот купальник с пайеткой тоже, олимпийской чемпионкой в будущем стала. Весь купальник был вышивали вообще с пайеточками, вот тот и то. 40 метров тут пайеток было вышито. Отлично понимая проблемы, с которыми приходится ежедневно сталкиваться профессиональным спортсменам, «Артблеск» уже 15 лет ставит в приоритет высокое качество изделий и креативный подход к каждому клиенту. Такие установки позволили компании в короткий срок создать безупречную репутацию и зарекомендовать себя как серьезного игрока на рынке. То есть купальники изначально, получается, краила я сама. Рисунка у нас раньше не было, мы делали вставки. Потом у нас пошли пайетки, украшали это все. Ну и в итоге вылилось вот все, что у нас сейчас есть. Такого сочетания, чтобы художник был в одной компании, швея и человек с опытом спортивным, такого сочетания не было на рынке. Костюмы гимнасток, фигуристов – это не просто костюмы для выступлений. Это произведение искусства. В них выражается характер, темперамент и индивидуальность участника соревнований. Когда спортсмен выходит на публику, то в первую очередь внимание притягивает его костюм. Компания «Артблеск» – это не только гимнастика. Продвигали мы активно очень бокс, борьбу, лыжи, коньки, даже хоккеистам шили. Футбол, волейбол, баскетбол – это вообще основные наши заказы, то есть спортивная одежда. Сейчас у нас последние 5 лет мы работаем очень активно с греблей. Одеваем сборную России по греблю. «Газпром», «Томский», «Мирный», «Альрос», «Авиалинии». То есть вот такие у нас интересные заказы были. Но там полностью вся экипировка для взрослых. Фигурное катание у нас, в принципе, на высоком уровне. У нас идет пошив тренировочной одежды из термоткани, из микрофибры, из, естественно, из лайкры. Вот эти модельки мы все придумываем, чтобы им кататься на тренировках. Ну, мы очень давно шьем фигуристами. Постоянно растущий спрос на качественную экипировку по доступным ценам позволил компании расширить границы влияния. Так родилась новая линия спортивной одежды «СК» для тех, кто занимается футболом, баскетболом, легкой атлетикой, велоспортом, биатлоном и греблей. У нас разноплановое очень производство, у нас есть эксклюзивные дизайны, высокий уровень и средний, и для бюджетных, потому что все-таки гимнастикой хотят все заниматься, не только состоятельные, а гимнастика – дорогой вид спорта. Поэтому обязательно мы охватываем гимнасток из региона, не только из Москвы, из Сибири, из Востока. У нас очень много клиентов на Дальнем Востоке, на Камчатке. Мы стараемся работать на любой бюджет и стараемся не только на поток работать, ну и, конечно, не забываем про дизайн-эксклюзив, которым вот я лично люблю заниматься. В месяц мы производим где-то 300-340 купальников. Ну, у нас был рекорд, это осенью почти 400 купальников мы сшили. Ну, а за все время нашего существования, наверное, где-то больше 15 тысяч. Огромный опыт работы, это все-таки 20-летний опыт работы дистанционной. Больше половины клиентов по-прежнему заказывают по интернету. Рост фирмы произошел за счет магазинов, а по интернету у нас по-прежнему огромное количество клиентов. И мало кто способен дистанционно, грамотно снять мерки, принять все пожелания клиента и адекватно их отработать. С учетом всех требований спортивной моды, требований каких-то эргономичности и вот этих вот всех вещей, люди нас ценят. Современные модели, оригинальный дизайн и инновационные ткани – это такие же важные составляющие успеха, как и безупречная техника спортсмена, идущего к победе. Но самое главное – это творческий подход и работа с душой.
Огромные площади, огромный парк техники, мощные компьютеры. Да, это все есть, но это не главное преимущество. Мы за эти годы выработали понимание, что главное преимущество – это персонал, коллектив. Никакая техника, она не даст ничего в нашем конкретном деле. У нас нету задачи тиражировать в огромном количестве какие-то изделия. А наш клиент находит нас, потому что ему нужна какая-то уникальность. Это либо красивые дизайны неповторимые, идеи в художественном смысле для таких художественных видов спорта, либо это уникальные какие-то технологии для редких видов спорта, которые массовые компании не охватывают, либо не способны понять. Здесь замечательный коллектив, очень творческая работа. Все такие разные, все творческие, все со своими предложениями, все активные. Каждый день что-то новое, каждый день что-то для себя открываешь, какие-то новые качества в людях. Я очень люблю свою работу, она меня вдохновляет каждый день. Ну, я не могу назвать, что это моя работа, это мое любимое дело, потому что я нигде не работала после института, кроме как в «Артблеск», и я не знаю, как можно работать в каком-то другом месте и не бежать туда просто «Yes, классно, я бегу на свою любимую работу», ну или иногда из нее не ухожу допоздна. Костюмы «Артблеск» полюбили как минимум в 70 странах мира и более чем в 120 городах России. Среди клиентов Татьяны Ковыневой – чемпионы из Америки, Азии, Германии, Италии и Испании. Очень много шьем для иностранных клиентов. У нас очень много акробатов. Мне кажется, уже лет 10 чемпионы мира, Европы, они у нас заказывают костюмы. Англия много лет подряд выигрывала чемпионаты мира. Акробаты. Конкуренция-то она растет, а я такой человек, что не люблю делать все наполовинку. У нас появилась, ну, наверное, она должна была появиться, эта цель, это само собой разумеющееся, сделать магазин в Москве. На данный момент, по нашим данным, мы единственный такой крупный магазин в мире. В Москве, конечно, есть магазины хорошие и крупные, но нам удается как бы поддержать своего клиента. И к нам едут на данный момент люди со всего мира, со всей страны. Считают за честь оказаться здесь, и мы очень любим своих клиентов. За 15 лет сеть ателье и магазинов профессиональной спортивной одежды «Артблеск» вышла в лидеры отрасли. Как когда-то сама Татьяна Ковынева выходила в составе сборной России на почетный пьедестал победителей. Очень приятно. Рай гимнастики называют. То есть блеск – это рай гимнастики.